Добрый день всем. Сергей Язовский, агентство Spine Tour. 4 апреля. Продолжаем показы квартир для наших покупателей под сдачу в аренду. Продолжаем наше кино, которое 8 лет уже я снимаю и заливаю на YouTube, в том числе на Facebook и везде. Мы находимся рядом с районом Биналуа. Это такой маленький как бы квартал Принцессы Мерседес. Идем смотреть квартиру. Подъезд как подъезд. Ну, вроде чистенько. Все аккуратненько. Пошли наверх. Вот так все выглядит. Поднялись на третий этаж. На лестничной клетке две квартиры. Идемте смотреть. Прямо видим сразу коридор. Налево кухня и галерея. Прямо комната. И направо комнаты. Давайте начнем с зала. Первое. На полу хорошая плиточка. В этой квартире мебели минимум, но есть и плюсы. Абсолютно ровные стены, что нравится нашим согражданам. Лампочка Ильича. Выходим на балкончик, который у нас где-то с обеда, наверное. И летом почти допоздна, почти до самого заката, здесь солнышко. Это хорошо. Так, посмотрели. Эту комнату у нас здесь зрители снимать мне сложно. Идемте напротив, налево на кухонку. Кухонка маленькая. Старенькая, но пользоваться можно, вижу. Состояние нормальное. Двери деревянные, крашеные. Здесь либо можно поставить столик. Места, в общем-то, достаточно, да? Ну, тут есть уже какая-то небольшая полочка из мрамора. А здесь шкафы можно повешать. Дверь такая старая, задвижная. То есть в квартире требуется ремонт и еще дополнительные вложения. Из кухни выходим в галерею. Достаточно места здесь. Просторненько, в общем-то. Котел висит. И мы видим патио еще. Все застеклено. Идем смотреть далее. В коридоре видим у нас нишу небольшую, шкафчик. Направо еще одна комната, узенькая, длинная, деревянное окно. Заходить не буду, смотреть нечего. Налево санузел, старый, под ремонт, плитка. В плохом состоянии, уже старенькая очень. Потолок тоже там был затоп, кажется. Ванна старая, ну вроде бы так живая. То есть здесь нужны инвестиции, конечно. Окно выходит в нашу галерею. Далее. Направо большая комната, метров 20 с лишним. Окно. Еще раз посмотрим, куда мы. Что видим? Зелень. Хорошие виды. Не дом в дом, а открытые. И последняя комната, третья. Она у нас имеет окно в то самое патио. Патио так себе. Ну, что? Ничего не сделаешь. Но оно большое, просторное. Все. В этой комнате имеем два встроенных шкафа. Готово? Посмотрели.
Заканчивая репортаж, могу дополнить. Вот здесь слева бесплатная стоянка большая. Совсем рядом автобусная остановка, цветочный киоск. Все. Заказывайте недвижимость. Сергей Изовский, агентство Spine Tour. Всего доброго вам!